Всем привет! Продолжаем изучать картины, скульптуры, смотреть описание этих работ. Сегодня у нас Лукас Кранах-старший, Венера и Амур с медовыми сотами. Дерево масла 169 на 67. На картине изображена Венера, богиня любви, длинное гибкое тело, которое сияет матовой белизной кожи и ничем не прикрыто, а прозрачная ткань, обвивающая бедра молодой женщины, только подчеркивает ее наготу. Все здесь несет следы старательной тонкой кисти художника. Воздушная вуаль выписана столь же тщательно, как и перья на шляпе, украшающей голову богини. Сеточка на ее волосах и золотая шапочка вокруг нежной шеи. Возле Венеры стоит Амур, держащий соты с медом. А вокруг испуганного малыша летают пчелы, которые хотят его ужалить. Смысл изображения раскрывает надписи вверху со словами о том, что краткое наслаждение чревато болью. Таким образом, в этой рафинированной работе присутствует оттенок морализирования на тему вспыхивающей и быстро гаснущей любовной страсти и от того, что от нее остается. Вот такое описание нашел картины Лукаса Кранах-старшего «Венера и Амур с медовыми сотами». Все, всем пока, до свидания, пока-пока.